Since you've been gone, it set me off of my axis. And now all I wanna do is forget. God, why does it hurt to see you happy? How do I stop these feelings when they come? I don't know how I got here, so don't ask me. Either feel it all at once or be completely numb. And gotta feel it coming down in slow motion. He's watching me break down with no emotion.
Всем доброе утро, котятки. Я пришла. Простите. Отходила. Нужно было сделать себе завтрак, потому что я что-то забыла себе его организовать. Поэтому нахреначила себе мюсли, сделала кофе. Буду попутно периодически таскать. Для того, чтобы тут не помереть с голоду, пока прохожу Гуакамели. А сегодня мы как раз таки стартанем Гуакамели 2. Первую часть мы прошли, не помню, когда, в том году точно. Это очень крутая метроидвания с множеством отсылок и мемов. Вторая часть, она, насколько я знаю, еще более упоротая. Поэтому будет весело ее проходить. Посмотрим, в чем отличие. Может, появились новые механики. Ну почему, может, по-моему, там появились новые механики, которые отличают от первой части. Очень надеюсь, что не будет. Хотя, с другой стороны, не так уж и плохо, если бы были челленджевые моменты, как, например, в аду в первой части. Админ, привет! Как говорится. Надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы ее пройти. Было бы круто за эти будни сделать. Но на самом деле я не знаю, как у меня стримы будут. Дело в том, что на работе у меня заканчивается испытательный срок. Если все хорошо, от меня будут переводить на должность с ЗП немножечко повыше. И фишка в том, что я смогу попросить свой график. Я сейчас работаю по Москве, соответственно, с 8 до 5 по московскому времени. Если все хорошо и мне переводят, то я в целом могу просить с 8 до 5 работать по моему времени. Там, в принципе, есть такая возможность. И, возможно, стримы будут не настолько рано. Не в 5, там, не в 4 утра по Москве, а попозже. Нормальное время, там часика в 2 ориентировочно. Ну, вот такие пирожки. Еще у меня близится поездка. На этой неделе, конечно, отменять, я не поеду. Но в феврале я поеду до родителей, поэтому буду в МСК. Чуть-чуть. Так, в общем, в целом, ладушки, давайте пойдем играть. Если что, я тут потаскаю, вы послушайте мое чавканье и хрумканье, потому что у меня мюсли с орешками. Довольно прикольно Дима взял. Так, музяка. Слушайте, эту музяку классную. Надеюсь, не сильно громко. Давайте чуть потише делаем. Потому что это единичка, по-моему, в игре. И уменьшенная громкость в общем микшере. То есть прям очень громкая игра. Да, хрумканье. Батит на то, чтобы покушать. Вообще, я в команде, в которой проходила академию, тебе нашла, вернее, создала кастомную роль под названием Перегринтук. Можешь, в принципе, предположить, почему. Почему не такая роль в команде? Мы пойдем. Хоть не Баймон. Не, Баймона сложно было бы взять. Блин, мне кажется, еще нужно тише. Два на единичку. Го, поехали. Го. Previamente en Guacamele. Ранее в Гуакамеле. Куан, сюда. Калагас хотел Люпито. Но собирайся в нить миры живых и мертвых. Даже будь ты в самом расцвете сил, тебе пришлось бы нелегко. Не переживай, Куан, у тебя все получится.
А, типа нас сейчас опрокинет. Мы на фул прокачке, я смотрю. Чего ж ты медлишь? Время не ждет. Кто же засобдался души? Блин, реально, Блич присматривать с этим переводом — это такой шедевр просто. Это услата для глазок. Но, к сожалению, только до 50-й серии. Не, 60-й, по-моему, такой перевод есть. В прошлом у нас с тобой были разногласия, но я верю в тебя, Мига. Спасибо. Делись как зверь. Пошли. Хуан! Да как ты смеешь мешать мне в такой момент? Ты стал пусты, как твоя душа. Какой толк чувствуешь от такого спасителя? Что такое, Лучидор? Жалкая кучка секретов. Доля разговоров. Защищайся. Угу. Оу, неплохо. Блин. Ща, погодите. Дьява. Уф. Лучидор, повезло тебе, что я потратил все свои силы на ритуал. И все же ты опоздал. Да восстанет черное солнце. Узри слияние жизни и смерти. Начало нового мирового порядка. Моего порядка. Та-д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 а. Ха-ха-ха-ха-ха. Сила, я чувствую, как она бурлит во мне. Это не сила, это понос. Ну, трепещи. Ибо я что-то там, повелитель мира живых и мира мертвых. Мне настолько посрать кто-то, что я скипнул случайно твое имя. А теперь дерись со мной, давай. Калака, в общем. Угу. Какой там калака? А мы случайно не делаем рефайт, который был в первой части? Я вот не помню. О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Бомбануло. Ха-ха-ха. Простите. Ну, прошлый раз было сложнее. Да, это был рефайт с первой части. Ты же показывает вторую концовку, знаешь, когда она... Когда мы вместе маски собрали в той части. Да-да. Вторую концовку. Максуха, приветики. Доброе утро. Ой, хорошо. Горячий кофе, как раз для моего горла. И знаешь, сейчас опять титры пойдут, как в первой части. Было бы забавно. Чемпион Юан. Уан. Угу. О, пуздение, смотрите, ко мне классное. Как в жизни. Это мои дитятки? Пап, ты опять разглядываешь свои картинки? Давай поиграем.
Я ж приду с прогиба тебя кину. Давай сюда. 7 лет спустя. Пока еще ночь. У меня утро. У меня 9:35. Оба! Блин, не могу запрыгнуть. Ну вот. Форма не позволяет, да, запрыгивать, да? Да. Нифига себе. Там единорожек. Это точно хвост или все-таки он какая-то радугой? Вот этот. Я рассматриваю просто внизу плакаты все. Расми, ты не знаешь, где дети? Да, они, ты только что видела, куда они убежали. Хи-хи. Значит, не придется самой съесть все мороженое. Ну, мам. Наверное, думаешь, что я шучу. Нет, мороженка, не ешь, пожалуйста. Я тебе, правда, могу съесть все его целиком. Оба. У нас просто в морозилке тоже есть мороженое, но, к сожалению, из нашего текущего плана питания я смогу съесть его только в воскресенье. Я помидорка. Тс. Ой, не могу. У тебя еще такое лицо смешное. Выражение лица у Хуана. Это жесть какая-то. Наверху, да? Да, наверху. Кому так? Так с мороженым? Мне. Хочу. Мне. Они почти готовы. Эсперанса, Хуанита. А ну слезьте за стола. Хорошо. Ой-ой, у нас закончилась авокадо. Наш папуля, видимо, все съел. Хуан, рынок наверняка еще открыт. Может, сходишь за авокадо? А то мне нужно дописывать диплом. Что? Ладно, пошли. Допустим. Сейчас история будет про то, как батя сходил за авокадо и вернется через 15 лет, да? Судя по всему. Мадвин, ты тоже всех посылаешь за авокадо, чтобы дописать диплом? Блин, хорошо, что мне не нужно диплом писать, а? Пуэблучо. Без комментариев, это гуакамели. Все нормально. Здорово. Это же наш герой Хуан. Никогда Юсан благодарит тебя за наше спасение в первой части. Забегай как-нибудь в мой ресторанчик, приглашаю, угощу тебя по ночи. Ну вот, ты его не писал, ты его пишешь. И посылаешь всех за авокадо. Мы-то знаем. Женщина, что ты здесь делаешь? Чудеса какие-то. Уж сколько вяжу, а конца края все не видать. Ну, ты так вяжешь, что не стоит. Хуан, рад видеть тебя в добром здравии. Люпита за тебя очень переживает. Бери свою семью и заходи ко мне в гости на ужин. Я вас таким кукурузным супом угощу. Закачайтесь. Я хочу кукурузный суп. О, киса. Ого, наш старый герой вышел из спячки. Меня позвали за авокадо сходить. Я уж забыл, что ты бегать умеешь. Как твоя семья? Похоже, я вообще из дома не выхожу. Авокадо? Тогда поспешим. Я видел, как брат... Ай-яй-яй. Болтал с торговцем. По-моему, он был голоден, как волк. И кажется, только вчера мы с тобой враждовали, и колок был повержен. Но все меняется, амиго. Ай-яй-яй. Вот только история болезни послала всех. В наших краях нынче не часто встретишь лучадоров. Смотрю, ты до сих пор с гордостью носишь этот пояс, хотя столько лет прошло. Ну, это мой ремень. Чтобы штаны не сваливались. Авокадо, близки. Хуан, ищешь авокадо? Их сегодня брат Айяй все скупил, уж прости. А ну, видайся к нему в церковь. Сейчас окажется, что он делает зловещий призыв с помощью авокадо, и из этого будет завязка второй части. Этот дом мне очень дорог. Его построил мой супер-пупер. Пупер-мупер-дупер. Хороший-прихороший, лучший-прилучший. Самый замечательный на свете друг. Гектор. Друг. Ага. Если вы понимаете, о чем я, да? Эй, Хуан, ты, кажется, хотел купить авокадо. Погляди, их рядом с церковью. Их там продают. Я уже заметила. Тут дверь. Тут женщина. Разрушенный особняк вон там. Но туда никому нельзя. Эх. А я хотела.
Блин, реально, судя по всему, мы как раз-таки ушли за авокадо и пройдем через 15 лет. Привет, Куан. Какими судьбами? Авокадо? Прости, нету. Брата монаха могло что-то остаться, он в церкви. Попробую выбросить из него, вдруг получится. Эта женщина тоже была в первой части, я ее помню. Я помню ее волосы. Здравствуй, герой. Спасибо за еще один мирный день в нашем чудесном городишке. Спасибо. Ну что, в церковь идем, да? Ушко стоит. Ай-яй-яй. Хуан, ты за авокадо пришел? Еще сегодня утром была полная бочка, но что-то она уже опустела. Авокадовый кризис. Давай так, ты забавишь меня от этой пустой бочки, а я поделюсь с твоей парочкой плодов из личных запасов. У тебя немножечко отсутствует логика. Зачем мне уничтожать бочку для того, чтобы ты мне дал авокадо, который раньше был в этой бочке? Скажи мне, пожалуйста. Ну давай. Ни хрена себе, она толстая. Она уже трещит. Еще чуть-чуть, герой. Прости, я думал, будет проще. Вот, держи. О! Проклятие, что это было? Авокадо, дай авокадо. Хуан, не могу ты посмотреть, что натворится? Дай мне авокадо. 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 Пожалуйста. Авокадо. Надеюсь, у нас не двигается никакая катастрофа, как в прошлый раз. Походу, да, через 15 лет вернусь, реально. Тут появились какие-то странные черные штуковины. О, нет. Ау, ау, ау. Хуан, на городской статуе тоже какая-то черная штуковина. Скелеты. Хуан, спаси нас. О, козёль. Здорово. Хуан, шо я-то? Ух, эти скелеты. Как здорово, что я тебя нашел. Скорее, нам нужно срочно попасть в темнейшее измерение. Мекси-вселенная в серьезной опасности. Мекси-вселенная. Прошу, нет времени объяснять. Прыгай в портал, встретимся на той стороне. Женщина, я вернусь через 15 лет. Думаю, тебе нужно идти. Похоже, им правда нужна твоя помощь. Хорошо. С нами все будет хорошо. Папа, как ты этого скелета уделал? Оба-хоба такой. Заходи мне зверька Алибрихи, пап. Хуан, будь осторожен. Блин, ему посрать, что я иду в смертельное путешествие. Ладно, пойдем. Темная деревенька, темное измерение. А нет, это совсем не то, что нужно. Наверное, мы просто еще не дошли, потому что тут какое-то чистилище. И уж явно не темнейшее измерение. Ну, пойдем. Да, наверняка осталось совсем чуть-чуть. О, это Лимба. Да-да-да. Слушай, Ривера Сити. Это на Ривера Сити Герл, что ли? Этот уровень. Ривера Сити. Привет. Ты-ты-ты-ты. Отпускает подбородок. Ривера Сити. Да-да-да, скорее всего, на нее. Или президента похитили ниндзя. Хватит ли тебе крутости спасти? Нет, подойди, Хуан, не жаль тупик. Или президента. Это крутейшее измерение, а не темнейшее. Прости, я запутался в этих порталах. Называется мне, в следующий раз нам повезет. Ай да. Сорян, мы не найдем президента. До свидания. Вот, темнейшее измерение нашли. Прибыли. Добро пожаловать в темнейшее измерение. Нам сюда. Так, походу у нас опять будет переключение. Судя по проему с блестючками. Так-то ничего нету.
Музяка пошла. А что, они все здесь? Я сам поверить не могу, сеньора. Ой, чего, какой ужас. Пожалуйста, расскажи, что произошло. Чину велосипед, никого не трогал. Как вдруг вижу Сальвадора. Ну, того самого Сальвадора, который победил Калаку. Ты с ним... Было еще несколько чудиков. Волшебник, мертвая женщина, собака, говорящий кактус. What the fuck? А, мультивселенная. То есть тут по-другому, чуваки, было спасение. Руни шеф, это не ступенька. Это ожидание убивает меня. Снова. Грарарар. Что, ну уж нет, давай я буду думать, и ты работать руками. Тихо. Мне нужно подготовить речь. Но сперва. Хыдыщ. Там какие-то эти золотые реликвии. Скоро я доберусь до ступки. Какой ступки? Ее священное содержимое наполнит меня си... Да я, это я сальса подавился. Я силен как никогда. Кхе-кхе. Походу у нас золотая реликвия, значит быть беде. Походу у нас здесь злобный двойник с этого измерения собирается собрать золотые реликвии для того, чтобы выжить. Когда Сальвадор забрал реликвию, в небе стали появляться какие-то черные дыры. А скелетов теперь вообще спасу нет. Какой с поперёк горла встали? Шуткану. Ты вернулся. Чего номер 24? Я тебя не заметил. А мы тут. Стойте, неужели это Хуан? Так есть единственный уцелевший Хуан. Тот сам, про которого я рассказывал. О, это замес, знаешь? Это замес прям противостояния. Слушай, Мадмин, это замес противостояния, если помнишь этот фильм, где чувак в разных вселенных убивал своих двойников, чтобы накапливать силу. Это чисто вот этот замес. Он одолел Калаку в своем измерении, спас Люпиту и остался в живых. Невероятно! Значит, это Хуан? Да. Что ж, ладно. Если уцелевший Хуан, сделай шаг вперед. Это несколько шагов. Ты слышал о трех легендарных реликвиях? Нет. Сальвадор взял одну из трех реликвий, созданных Богом Времени. Но если эти реликвии потревожить, измерения могут начать схлопываться. Из-за дурных амбиций Сальвадора может наступить... Конец Мекси-вселенной. Та-дам! Ох, да чтоб я сдох, только не Мекси-вселенная, нет. Хуан, отправляйся на восток, в мангровое лицо. Найди Тантастада хранить все маски. Она поможет тебе найти священную маску. Эта маска понадобится тебе, чтобы одолеть Сальвадора. Ну ладно. Судьба вселенной, микс-вселенной в твоих руках. Тот нехороший человек, что сказал Сальси. Кажется, я рад видеть Хуана живьем. Дай пять стороны. Подтюнем, брат. О! Дядя, погоди. Хоба! Хуан, авокадо живой? Выходит, Калака тебя тогда не убил? О, музяка пошла, кайф вообще. Еще он сильно кашлял.
Честно говоря, я ни капельки не боялся, просто не хотел заразиться. Естественно. Угадайте, на что ссылочка здесь. Пантера. Что за Саша, не знаю, кстати. У нас тут жил один парень, который таки угнал. Да, одно дело было. На него похож. Может, вы с ними родственники? Вокруг того странного волшебника плясали курочки. Или мне показалось? Ну, днёк. Бомбить куриц. Да-да-да, Химен и Скелетор. Тут отсылок просто гора. Осторожно, молодой человек. Там много лет уже никто не живет. Там лишь горы пыли для добродящих скелеты. Ещё мы с ними разберемся. Хуан Люпита. Блин, кузиня классная мне, да? Завидуйте мне. Йо! Да, дэмэдж у меня пока что вообще мало. Маска нужна. Скорее всего, маска будет нормальный дамаг. А! Пришлёпнули. Значит, что надо? Управление. А, не то. Настройки. Вибрация контроллера. Нет. Спасибо. Погоди, что? В настройках можно отключить переводные картинки? Так, это у нас босс скиллуха переключения миров. Сюда нужно курицей. Что-то допомню, как говорится, скиллов. О, женщина! Хуан? Это и правда ты? А этот старый козел, уай, чего, справился? Это я, Тостада. Хранится маски, помнишь меня? Уай, чего? Так странно видеть тебя вновь. Классные усы, кстати говоря. Такие густые. Хуан, в этот раз мы были как никогда близки к победе над Калакой. Клянусь Сальвадором, мы такой ошибки не допустим. Да изи, размотай его. Закрой глаза и замри. Буквально секундочку. Закрыли глаза. Ладно, не надо. Она меня вырубила. Меня же нужно убить перед этим, точно. Чтобы за город мир попасть и маску нахреначить. Я забыла. Курица скелета. Та-дам! Прости, что я тебя убила. Нужно было отправить ее в мир мертвых. Но неважно. Смотри, а вот она. Поистрепалась маленько, конечно. Но все это время верно ждала тебя, Хуа. Иди же, пока не проразился скелет. И опять мне нужно было собрать все куски маски, чтобы остаться в живых в конце игры. О, нет, отсылка на Sailor Moon! О, пузень у меня убрали. Кайф, кайф, кайф. Кайф, 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 кайф. Вот таким я тебя и помню. Их жаль, усов не видно. Усики, пропуск, трусики. Теперь нам нужно вернуть тебя обратно в мир живых. И в этом нам поможет совет. Они ввели болотце к востоку отсюда. В путь, Хуан. Я буду рядом, если понадоблюсь. Все, погнали. Конечно же, я не пойду на восток. Оба! Далеко. Что-то наверху. Я теперь хоть бегаю нормально. Здорово.
А! Хоба. Вот, пошел геймплей наконец-то. А, нет! Луча. Кайф. Блин, мне кажется, что я по сюжету пошла. Погодите, а что-то внизу тогда было? Справа. Где этот? Понятно. Значит, я сразу правильно пошла. Ничего не потеряла. Блин. Так, ну, с блоками, да. С блоками логика такая же, получается, будет. Как в первой части. Поехали. Не совсем удобно, правда? Вау! Минс пост. Ай-яй-яй. Не-не-не-не-не, погоди. Блин, я не могу пока что, да, вверх вот так вот апперкот делать. Жалко. Снарядов можно вернуться. То, что у ворот есть, я помню. От снарядов именно. Оба! Ух ты, писа. Так, еще хотела посмотреть... А, там, по-моему, сложность доступна будет другая только на этом. Только после прохождения игры в целом. Прыжок. Оба! Нормально. Так, у нас тут бабосики, да? Да, бабосики. Надо было костюм посмотреть еще, кстати. Это можно будет костюмы всякие разблокировать. Неужели апперкот бот на этот, на Б? Это там красно показывает? Или это же побегушки вверх? Да нет, это, по-моему, апперкот. Так, костюмы, давай. Уа, чего? Можно дедом поиграть.
Я там не хочу. Стамбай заблокировано. За бабуськи покупается или же нет? Может, в чем прикол? Требуется покупка. DLC-шные костюмы? Не-не-не. Я думала за монетки. Не, давай вернем Хуана. Да. Я думала за монетки покупать. О, там этот хард-контейнер. О, ловкач. Ловкач-трюкач, чуваки. Кусок хард-контейнера, вернее. Неудобно, что после уворота есть задержка, чтобы персонаж развернулся. Так, ну новые способности по канону, по Метроиду, ну этот, со ссылочкой на Метроид. Так сказать. Еще мы постоянно ломаем, это козьи статуи, которые мы ломаем. Вон, до стада. Наконец-то, я уже все отсидела, пока прятался. Вот теперь ты выглядишь как настоящий лучидор, Хуан. Правда, безумный наряд — это еще далеко не все. Если снова если хочешь одолеть Сальвадора, придется вновь освоить все необходимые умения. Напомни, тайные дары их лучидорских умений хранят особые статуи. Та, которую ты только что беспощадно уничтожил, хранила легендарный петушиный апперкот. Петушиный апперкот пробивает красные блоки, а еще его можно выполнять в воздухе. Но если будешь им злоупотреблять, твои силы иссякнут, тебе придется ждать, когда они становятся. И не такое бывает, когда не слушаешься наставника. На красную? Ну, этот, на Б? Для этого на Y был апперкот. По-моему. Могу ошибаться? Еще враги будут с красным этим щитом, не? Да. На самом деле мы будем ломать кости для того, чтобы превращаться в курицу. Не? Ах ты писа. А вот эти враги — отсылочка на Марио, между прочим. Эти черепашки. Это отсылочки на боссов в Марио, Супер Марио Брос 3, как минимум. Блин, давай так, хоба! Так вот, мы будем ломать кости для того, чтобы превращаться в курицу. Уи! Так, посоны. Угу. В смысле? Я же нажала. Оба! Так, что здесь есть? Пошел отсюда такой. И ты пошел сюда. Нет.
Давай я вот, ну его. Спасибо. Так, а это кусочек для... Это для стамина, для суперприемов. Так, не так. Ждем, когда восстановится. Угу. А прокачка у нас будет? По идее должна быть прокачка. Но она пока недоступна. О, мы вернулись. Так. Я туда хочу. Мне туда не попасть, наверное. Хотя, может, через верх? Ай. Походу, через верх, да. Вот зараза, а. Да, через верх. Найс. Так, давай сюда сходим. Куда-то мы... Это неплохо. Зараза, а? Давай тебя побьем. Вот так сделаем. Оба! Ново... Туда. Хорош. Чё, не кусок остался, и хп побольше будет. Получается, нам вот сюда надо. По сюжету. Да, там синий проход. Хорошо, что пометочки есть, где какой выход. Для какой билки. Это удобно. Пришли. Вилли, я болото. Париж здешних трясин. В стволе этого огромного дерева должен быть портал в мир живых. Ну хорошо. Ого, в наш краях нынче редко встретишь лучадоров. Добро пожаловать в Вилли Болото. Хочу зайти. А тебе нравятся уютные маленькие городки? Никакой спешки, не то что в этих мегаполисах. Тишь да гладь. Чудеса в решете. Живой лучадор в мире мертвых. Не каждый день такое увидишь. А то. Раз, два, раз, два. Здравствуй, незнакомец. Прошу извинить, я прорабатываю дельтовидные мышцы. Какие мышцы, дядь? А ты не желаешь немного подкачаться?
Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что когда тебе придется хорошенько поработать. Тогда. Чтобы видеть, какие тренировки я для тебя приготовила, нужно открыть окно умений кнопкой Select. Скоро мы тебя так подкачаем, что любому штангисту фору дашь. Не, через этот. Здесь, да? Вау. О, привет, Хуан. Как еще дополнительные кардио-тренировки? 4 километра на беговой дорожке. Что ты на меня так смотришь? Награду хочешь? Тренировка уже сама по себе награда. Ладно, так и быть. Подброшь немного золотишко. Тера, покажи, на что способна Учидор. Бежим. Тебе не помешает подкачаться. Так вот где. Здоровье до максимума. Это единоразовая? А, это хилится. Ну-ка. Пока нельзя. Ладно. Наверное, потом. Ладно. Говорят, существует тайное куриное общество, которое управляет всеми всей вселенной. Что, не веришь? А я правда говорю. И вовсе это не лапша на ушах. Зачем скелету понадобилась подружка? Он чувствовал одинокость. Я тоже чувствую одинокость. Оно видно. К востоку отсюда находится таинственный нефритовый храм. Говорят, там живет гигантский скелет. Так страшно. А могу? Нет, не могу. Так, это фиолетовое. Я даже не знаю, чем фиолетовый ломать. Этот портал ведет в мир живых. Пройди сквозь него, когда будешь готов. Совет ждет. Ну-ка, еще погоди. Я вроде никуда больше не ухожу. Давай. О, ни хрена себе народу. Блин, у них у всех разные борды, косички есть. Не у всех. Там есть парочка, у кого нет. Нет волос вообще. Один чисто козёль. Достат, ты молодец, что все-таки привел Учидора. Потрясающе. Хуан, мы совет Уай. Чего? Приветствуем тебя в нашем тайном убежище. Мы полагаем, что Сальвадор хочет добраться до священного гуакамоле. Дай объясню, что это такое. Давай. Опять эти картинки. Когда давным-давно гуакамоле был любимым лакомством Тьем Почли. Он несколько столетий доводил рецепт до совершенства. Я не прочитал, кто это. Бог, наверное, какой-то. Но всякий раз, когда он доедал гуакамоле, печаль накатывала на него с новой силой. А пока однажды я тем почте не снила. Другой мир. Место, где все времена сливаются воедино. Где есть всегда гуакамоле. Если вместить гуакамоле из прошлого и настоящего будущего, не закончится никогда.
Блин, ты гений. Разумеется, тем почте никого не подпускал к своему сокровищу. Чувак, ты гений. Прям серьезно. Потому босс спрятал ключ к другому миру внутри трех магических реликвий. И уснул крепким сном. Мы полагаем, что Сильвер хочет съесть священную гуакамоле, потому как думает, что это наделит ее божественной силой и исцелит силой. Если он завладеет семи реликвиями, черные дыры станут еще больше. Нефритовая реликвия находится в нефритовом храме к востоку отсюда. Хуан, опереди Сальвадора и забери ее. Не успею, скорее всего. Сейчас я этот микрофон чуть подвину. Вот, все. О, мужик! Не забывай про кур иллюминатов. Чего ты мне оставился? Не шучу. Если тебя знаю еще даже сейчас. Из этих, о, чего? В нашем крохотном городке теперь яблоку негде упасть. Надеюсь, они скоро разъедутся. Знаете, немного неприятно. Все-таки обещали, что будет фуршет. Что здесь происходит? Откуда взялась только... О, чего? Ты мог подумать, что у него столько родственников. СМИ на посиделке решили устроить, что ли? Да. Хочу зайти. Не будете обнадеживать, Вичидор. А работы предстоит много. Так что удачи, она тебе понадобится. Спасибо. Привет, Хуан. Сколько лет, сколько зим. Не растеряешь сноровку? Ну, не знаю даже. Тут неподалеку есть заведение Файтаториум. На виду всякого болтливого одежды. Наверняка он освежит твои навыки. Малая, дядя Учидор, будьте осторожны в змеином храме. Говорят, он же это огромный, очень страшный гигантский скелет. А еще он большой, как стоэтажный дом. И что-то еще там было. Огромная, мне очень дорогая стилистика, да и механики, что я видео оказались деревянными. А, тут на самом деле привыкнуть нужно к геймплею. То, что действительно отличается от других метроидваний своим этим геймплеем, но тем не менее она прикольная. Надеюсь, скоро вернусь в свое измерение. У меня назначен сеанс иглоукалывания, на который никак нельзя опаздывать. А он лысый, кстати. Собрался много вайчво из разных измерений. Но одно я знаю, наверняка есть, где самый красивый. Ха-ха-ха-ха. Что слева? Блин. А, не пройти, ясно. Нужно переключение между мирами. По-моему, направо триггер будет, если я правильно помню. О! А еще тут много отсылочек. И мемов. О, здорово, поц! Опять ты! Зод, приветик, доброе утро! Опять ты! Я по тебе помню, как ты оказался? Пожалуй, стоило ожидать, что ты восстанешь из мертвых. Но очевидно, что я все равно крышу тебя, поскольку это измерение не я сыграл в ящик. Да я хоть обучу тебе парочки приемов. Давай. Встретимся в моем баре. Вечно бухой огонь. А до этого мне курица учила. Так, давай. Мне встречи изменить нельзя, да, Хуан? Ага, мой дизайнер разжег не по-детски. В общем, давай сюда, пончо. Прыгай на часть чего-нибудь простенького. Давай, ударь этого парня. Думаю, можно и это и ударом назвать. Хотя больше положено слепок в арену кукурузой. Если мне нужна ссылочка, я пойду дофармлю 500 часов в Enter the Gungeon. Ну, кому что, как говорится. Спорно, ты не сможешь делать этот удар, находясь в воздухе. Лалка. А я ошибался. Что ж, в этот раз тебе придется добить его самому. Вижу, что это мясо. Наверное, даже слишком это мясо, чтобы изучить сейчас новый крутой прием. Что ж, не так уж и плохо, но теперь тебе придется проделать все в обратном порядке. Давай, не спи. Ой. Еще раз. Вот так.
А по-быстрее, что ж, не дурно, знаешь ли. А ты не промах, Лучадор. А теперь давай, прикончи его. Допустим. Пока что мне смотреть на тебя тоже собак. Забегай, когда станешь сильнее. Так, ну, у меня закончились эти. Постой-ка. Чуть не забыл. Хоть ты и научился всем приемам, но кое в чем тебе никогда мне не обыграть. Бухать! Речь об особом счетчике ударов. Комбо. Если бить противника без остановки, не получать урон, счетчик начинает расти. Мой рекорд комбо в 49 ударов. Ха-ха! Ну, кому что. То есть мне, например, нравится, когда ломается четвертая стена. Это прикольно. Я япончик. Нельзя нападать во время разговора, это против правил. А ну, отойди от меня. Итак, если тебя хоть раз вот так вот ударит, что твой счетчик будет сброшен. Теперь попробуй побить мой рекорд 49 ударов. Вот видишь, у тебя не получится. Изява. Что? Нет. Не знаю, как тебе удалось побить мой рекорд, Лучадор. Небось, спецприём и накручу дополнительные очки. Обмантик. Обмантики. Живо убирайся отсюда. Даже не вздумай смотреть на бонусное умение, которое ты можешь получить за свой счетчик ударов. Золото за комбо 25 ударов и больше. Больше золота. После 50 ударов приема тратит половину выносливости. 100 ударов приема не тратит выносливость. О, прикольная штука. Вот это вообще классно. Возможность, когда он наносит 4 удар. Это надо бы. Комбо немножко золота. А можешь... Или это полное название игры? Я там посмотрю потом. О, 4,5, да? Блин. О, телепортер. Ох, долго я спал. Мне снесли этот священный гуакамоле. Я бы сейчас от него не отказался. Правда, мне никак не выходит его приготовить. Каждый раз чего-то не хватает. Ты видел моих братьев? Пока нет. Мысли, что немного похожи друг на друга. Ася, если ты найдешь, пожалуйста, разбуди их и тоже. Ну, я после стрима гляну. Ты, мы сможем телепортировать тебя от одного из нас к другому. Может, при случае узнаешь у моих братьев, что он за секретный ингредиент? Ладно. Воу-воу-воу. Интересно было. Пек. Да ладно, не додержала, что ли? Ах ты, писа. Или как раз таки то, что у меня потихонечку ХП восстанавливается, ну, регенится. Это я пассивку взяла себе. Подобную, получается. Оба! Ой! Так, что там слева? Я видела в трейлере, что будет обилка, которая позволяет цепляться вот за эти штуки. Видите, он курится на стене. Сейчас нам пока туда рано.
Угу. Сейчас бы не спрыгнул, интересно было, что там находится. Рэди, давай. О-о-о-о, тихо. Где конфетти? Конфетки. А, наверное, за то, что я именно этого врага убила. Впервые. У которого пиньята вместо головы. Я что-то слышу. Конец-то, священный нефритовый храм. Ой, это волшебный аромат темной магии. О, так вот откуда этот странный запах. Я уже думала, какой-нибудь скелет, ну, в фасолевом супе. Доставлю даже завладеть нефритовой реликвией. Ни слова больше. Это я заберу суперсекретную реликвию. И это меня Сальвадор сделает своим другом. Лучшим другом. Это тебе не пляски устраивать, марионетта. Хорошо, я не могу его подвести. Темный лорд негоже оставался без реликвии. Покуда я, несравненная марионетта, умею танцевать. 5, 6, 7, 8. Фи, аппетит танцы. Танцульки. Итак, представление начинается. Танцы. Классно, дэнсим. Ладно, нужно спешить. Давай поищем путь. Давай. Мы, скорее всего, мы здесь выучим мобилку подниматься. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. По этим штукам. Ну ладно. Так, там выход. Выше мы не поднимемся. А я. Блин, надо войти уже в данж. Там классная музыка бы, скорее всего, если те же треки остались. А скорее всего, они остались. Блин. Значит, там не сюда. А, сюда. Рэди, давай. Нормально, нормально. Да-да-да, это вот эта белка. Вот, это уже другой. Ой, чего? Чего, через игры не кидаешь? Да, особо смысла нету. Я так быстрее раскидываю. Если бы... Ой, кстати, без руки. То есть, если бы были посоны, которые стоят там на платформах вверху, это было бы профитно, чтобы их доставать. А так времени одинаково тратится, и комбо тоже одинаково набирается. Эй, Хуан, дружище, отличное местечко, не так ли? Ты, наверное, меня не узнаешь, но я... Ой, чего? Из балдежного измерения. Где булка обитает, небось. Ой, чего? Из твоего измерения сейчас занят. Вот он просил других чего помочь тебе. Он тебе уже рассказывал статуи и волшебные жилья? Ой, погоди, то есть Силя. Вот так логичный будет. Сейчас научишься летать как лягушка или как... О, точно, взмывать как орел. Круто, орлиная сила. Орлы классные, люблю орлов. О, да, орлы крутые. Слушай, Хуан, может теперь получится допрыгнуть до входа в нефритовый храм? Ко-ко! Игл буст, давай. Так... Через Y. Нормально, как в Ори, по-моему. Схожая механика.
Так, теперь выхожу сюда. А! Понял. Так, тут для курицы пробежечка будет. Я думала, дотянусь. Сейчас залезем. Хоба! О, мне по спине вдарили. Больно. Там просто пока целишься. Времени уходит довольно много. Так, что здесь? А! Понял. Еще один слот. Тыры-тыры-тыры-тыры. Так, давай-ка еще вот этого пацана убьем. Так. А! Не допрыгнула. Хорош. О, музяка сейчас пойдет. Да, да. А ну. Нет, это просто криповая музяка. Я ждала, как в раз треки идут, как в первой части. Опа! Пошел сюда. Ой. Я жжал. Ой. 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 Да слышь? Я поворачиваться-то буду, нет? Очень странно работает здесь повороты после перекатов. То есть они не работают. Ух ты. То есть ты один раз перекатился, и этого типа достаточно для игры. Она думает, что ты в ту же сторону будешь бить. Чё у меня там по умениям? Ты. 4,5 надо всё-таки. Уа! Идем дальше. Блин. Ой, это кнопки? Прикольно.
Механики кнопок не было раньше. Так, это типа мы можем вернуться потом. Эй, смотри, куда шагаешь. Да, я с тобой разговариваю. Внизу. Здрасте. Мне казалось, что это у меня тут пустая башка. Ну, серьезно, смотри, куда идешь. Тут недавно пробегал стадо курочек. И, судя по всему, они искали уборную. Еще с ним был волшебник. Не люблю этих ребят. Строят из себя командиров. Почему я должен выбрать карту? Давай ты ее выберешь. Он говорит, Чидором, я претензий не имею. Всегда рад видеть их у себя в храме. Не, хоть кто-то ко мне претензий не имеет. Вообще, если бы я знал, что гости будут, прибрался бы. Не обращай внимания на беспорядок, я подам тебе руку. Спасибо. Понял, подам руку. Это я хорошо придумал, да? Спасибо. Спасибо. Эх, сложная публика. Да нормально, я оценила, все. Я же нажимала. Я думала апперкот сделать. А меня не поражался. Их. Ага. А точно все? Да, все. Точно? Да. Так, ну давай, пойдем. О! Вот это я отважная. Вот тут нормально было, тут прям мясо. Да я же не в ту сторону кидала, ты чё? Так, новая покупка, которая мне не нужна в данный момент времени. Блин. Куда ты кинул-то? Да блин. 4,5 надо, 4,5. Понял. Ты не хочешь этого делать. Ой, дурак. Ясно.
Ничему жизнь не учит. Вообще ничему не учит, абсолютно. А! Икс. О, курица. Коко. 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 Все-таки. Коко. 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 Не бегает. Блин. Это что, петушиный перекот? Здорово. Блин, я же жрал. Воу! Он рассыпался на много маленьких чуваков. Так, что-то наверху есть. Внизу. Так, это я проход открыла. А, это скелетон сказал. Не залетаю. Отличная работа, девочки. Пускай теперь разбираются со скелетами. Особенно с тем большим, что с смешной косточкой. Где же нефритовая реликвия? Она должна быть где-то здесь. Какое? Я в курсе, что реликвий нет, но чтобы убежать, Гертруда. Твой саркан сейчас совершенно неуместен. Пойди погуляй, ладно? Какое? Нет, нет, извини, я просто весь на нервах. Какое? А, это мысль Лоретта. Вы с Донной пойдете налево? Давайте разделимся, чтобы быстренько все смотреть. Еще девочки, давайте сделаем все. Красиво! Это чисто я, чуваки, это чисто я. Я нашла себя. Пять, шесть, семь, восемь. Ой. Кнопка нужна, да? Пока, послоны. Ну ладно, ладно, давай. Так, это проход обратно, да? Да. Сколько? О, хватает, хватает, хватает. Давай возьмем вот эту штуку. Сила в статуе. Прыжки от стен, такая сильная сила. Что теперь тебе по силу? Цепляться за стены, отпрыгивать от них. Вот эта сила. Сначала эта стена, что цепляться не надо. Потом ей, чтобы скачать. Сила. Сила лебедя. Прыжок от стены. А у них носы интересные.
Так, ну хорошо, wall jump у нас есть теперь. Тын-тыры-тын-тын-тын-тыры-тын. Принял, развернуться нельзя. Ай. Хорошо. Наверное, запомню. Нормально. Что здесь? Здесь рука. Эй, давай спущу вниз. Давай. Космилягу на помогу. Но помогу, да. Космилягу не понял. Ладно, пробуем еще раз. Так, это по сюжету, походу. Да, это было по сюжету, походу. Ай. Угу. Ой, ой, ой. Еще раз. А, блин, блин. Сейчас. А! Писа. Так. А чё, так можно было? Так. Нормально. Ой. Всё, плюс хп. О, нормально увеличилось. Теперь можно сюда идти. Ой. Там внизу приколюшка есть. Давай уже. Больно. Сюда. Козлы, а? Угу. Да! Ой-ой-ой. Некрасиво. Да ё-моё. Вот. Сразу откроем. Mm-hmm.
Хи-хи-хи-хи-хи. Да блин. Ну вы там пока едьте. Они так бесконечно будут спавниться? Походу да. Ну ладно. Ну я такую комбушечку себе на это накрутила. Нормальную. Пойдет. Угу. Угу. Окей, с этим разобрались. Сейчас еще один бой, чувак. Пошел сюда. Там больше нет никаких проходов, да? Здорово. Ого. Так, кусок хард-контейнера. Подвинем вниз, но мы откроем проход наверх. Блядь, это полегче там. О, это его таз. Кстати говоря. Открыли? Да. Вдоль позвоночника спускаемся. Прикиньте, если он нашим боссом будет. Ну, боссом уровня, имею в виду. Это будет забавно. Ага. Так, что у нас здесь? Третий прусик. Уа! Почти. Ты же хочешь, да? Но, кстати, как я в начале стрима говорила, если все хорошо, могут меня переводить в другой отдел, то можно будет попробовать выбить время работы не по московскому времени, а вот по нашему. Поэтому, возможно, стримы будут в другое время. Так. Ай. Да, было бы неплохо. Потому что и на стриме было бы больше времени. В целом. Так.
А. А я. Понял. Нормально. Голодишечка. Ой. Угу. То есть здесь иногда сейвовый пиксель. А иногда нет. Так, что у нас здесь? У нас это по сюжету. По сюжету пока не хочу. А! Все, говно собрала. Да ё-моё. Я хочу сначала сюда. В смысле? А, я не додержала, наверное. Бок. Они ваншотают? Понял. Да блин. Просто можно обойтись без побочной этой ленты. Просто съехать. Но тут же не обойтись. Зато можно сделать так. Оба. Да щепись, не говори, персик. Так, сейф. Финишная прямая уровня, да? Пошел сюда. Пошел сюда. Хоба. А что ты ушел? Ай-я. Пошли отсюда. Ой-ой, сейчас. Жизнелюбие. А что там за открытие? А, больше хп. Не. А ну. Да блин. Да ладно, я же все равно буду работать от... По плюс 4. О! Глупо хилимся. Плюс 4 это маска. То есть начинаю стрим, и я тогда буду дневным стримером, не утренним. Блин, приветики.
Сам работаешь плюс 4. А, вот это на чё. Да, у меня у самой гемор найти кого-то, кого смотреть во время работы. Ляха-муха. Вот так. Потому что все основном стримят с 8 по МСК, кого я смотрю. Ай. А шот ваншот. Просто приятел. О, ничего себе, рекомендации от Милина подъехали. Видите, видите, да? Говорит, просто подъедь. Пак! Ой! Ох! Хорош. Кур не клюют. А чё там кур не клюют? Чисто майндмув, ну. Эмиль, а чё ты приходишь так поздно, а? По Москве встаешь, да? Не можешь попасть на мои стримы, ну приедь. Блин, придется на это копить, срань. 6250. Чтоб голды больше было. Да, да. А что, ты пуська, что ли? У нас, между прочим, довольно-таки тепло. Сегодня минус 22. Здорово! Печально известный Ущедор. Гертруда, ты была права. А, 24 уже? А, нормально. Что ж, если ты явился за легендарной реликвией, тогда у меня для тебя плохие новости. Она моя! Когда я стану ее принцессой Сальвадору, я стану ее лучшим другом. А марионетта, спасибо, что достала для меня реликвию. Такой повелитель Мекси Вселенной, как я, нужен лучший друг. И им станешь ты. Сальвадор, хе-хе-хе. Ты мне льстишь. Девочки, помните песню, которую написала ради этого момента? Варетта, на счет 6. Какое? Хорошо, хорошо. Потом отрепетируем еще раз. А сейчас поспешим. 5, 6, 7, 8. Он всосал в себя курицу. Нужно обогнать его. 5, 6, 7. В смысле, вперед. Пошел сюда. На злодея требует обнимашек. Ну. А, пол это лава. Не, он слишком любит куриц, чтобы основывать QVC. А. Не. О, Паш пришел. Паш ПВЭт. Между прочим, мы здесь... эта игра... Сейчас, знаешь, о чем? О том, как спасти мир от чувака. Того злого двойника. Который пытается... стащить... великий гуакамоле. И при этом разрушить весь мир. Да. А ты думал? Все так просто? Паш, хочешь приколюху расскажу тебе? Хотя ты вчера, наверное, был, но... Или ты не был у меня? Хоба! Пошел сюда. Woo!
Ого! Вот это... Видели? Крутую штуку делаю. Так вот, Паш, ты вчера у меня был? Я сейчас тебе такую штуку расскажу. Если ты не был. Ах ты, жопа. Нет, ай-яй-яй-яй, жопа болит. Да я хотела вниз ударить. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз. Вверх, вверх, вниз. А уровень довольно долгий. А, все хорошо. Все хорошо. Мы, по-моему, дошли до босс-файта. Почти что. Так, вправо. Не, давай влево. Опа. Да, сюда надо было. Раз. Между прочим, да. Блэд. Это нефритовый замок? Ну или что-то такое. Во, вот так надо было. А, да ладно. Вот. Ой. Ой. Да ладно. Понял. Не понял. Кстати, Мельна, знаешь что? Я в феврале буду в Москве. О! О! Вот это хорошо было сейчас. Особо новая покупка. Нет, мало. Бабосиков мало. О, костюм Катрина. Краска только задержаемся, план хорош. Да. Но... I need this. Перезаряжаюсь, да. Перезаряжаюсь в аэропорту. На вокзале. А то обратно на вокзале, на аэропорту. Постой, дай кое-что попробую. Погоди, не бегай, что попробую. И защитный костюм, да. Я поеду в пижаме Спайра. А ну вон пошли, нахалы. Оба! Оба! Один остался. Нету. А камбучка вся мне. Ух. Ну и ну. Наконец хоть кто-то выступил против этих ребят.
Точнее, наступил на этих ребят. Ха-ха-ха. Можешь не смеяться, я сам за что удачно пошутил. Хорошая шутка. Да, 5. Это я. Да я шучу. Ты ведь тоже немного улыбнулся, да? Блин, братан, чисто мой братан. Отпуск? Нет, по делам. К сожалению. Чую танцы и запах дешевого одеколона. Мы почти на месте. Это внутрь надо заходить, да? Я ждала танцульки. Вот эти вот все. А-ла-ла, я-ла-ла, я-ла-ла. Песню запевай. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это я. Или марионетта. Молодцы, девочки. Да, ну запомни. Шаг, шаг, клевок, шаг. А не шаг, клевок, шаг, шаг. Лоретта, ты сегодня очень энергична. Не забывай, вступаешь на 2 и, а не на 2. Гертруда, ты просто умничка. Я Гертруда, я сегодня умничка. Отдохнуть немного, я пока покажу этому очень дорогу пару фоксов. Они опять вошли в него полностью. Эльмнеко! Ого. Ай. Погоди, да сейчас... Ах, хорошо. А, я не смогла перепрыгнуть. Ты лох. Да блэд. А, так можно было? Дайте мне выйти. Аха, аха. Да блин, когда он с этой стороны. Надо осторожней. Опять курицы пошли. Так, как не заявить? Ой. Входи. Я вытерпела все. Да блин. Пися.
Тычка. Все. Жижи. Занавес. Ты решил обновить видяшку? Что в детстве не научили, что бить волшебников нехорошо? Кстати, пока вы дурачок меня колотили, Гертруда стащила драгоценную реликвию. Ах ты писа. Счастливо оставаться, умники. Эх, жопа. Да не хмурься ты, приятель. Там у парня досталась фальшивая реликвия. На дух не приношу этих трюкачей. Подозрительный они народ. Пускай ты над моими шутками не смеешься. Пускай тяжело вздыхаешь или глаза закатываешь. Ничего страшного, зато искренне, от души. Ты заслужил настоящую реликвию. Я пропущу тебя. Ой, неловко как-то. Кажется, я окостенел. Всего лишь трупное окоченение. Пройдет через пару часов. Наверное. Так долго ждать нельзя, странник. А что, мы уже сможем превращаться в курицу? О, да, детка, мы будем пок-пок курочкой. Давай научу тебя обращаться в курицу. Пускай это у меня поможет тебе в твоем нелегком странстве. Не бойся. Куриная магия. Полла пауа. Собирай зернышки правды и справедливости. Быть может, мы еще увидимся. Пок-пок. Курица лучадоры. Так, у меня нету пока ничего нового, да? По идее, от какого-то петуха я буду что-то учить на курицу. А другое измерение как вырубать? Вот, на нефритовая реликвия. Мы снова вместе, как в старые добрые времена. Ну, Сальвадор, берегись. Курица, на самом деле, здесь тоже может драться, если кто-то не знал. Опа! Так, мы мангоровые леса. А, мы уже вылезли, да? Ссылка к Зельде? А, что именно? Тут очень много отсылочек. Курица тоже может уворачиваться. Вщух! Вщух! Даже перекидывать может. Только я не могу подойти и перекинуть. Оба. Оба. Ой, какая удобная маневренность у них. Мне. Так, шо это? Куриный проход. Погоди. Куриный храм? Посмотрите ее анимации АФКшные. Блин, там статуи на заднем плане в виде курицы, в виде куриных лап. Ах ты писа. Хопа! Хопа! От стены тоже умеет отталкиваться. Ух ты, е-мое. Шину ему, да-да-да. О! У курицы тоже свои, этот, свои обилки. То
тоже статуи по типу метроидовских. 80 лет назад, когда по Мексике бродили динозавры, миром правили куры. Прием куриный удар. Одно среди наших предков, которые таким образом охотились на акул. Дикари странник, что с них взять? Хоба, полошот. Запомни, ты победитель и куриный спаситель. То есть тоже как апперкот, но только курицей. Хоба! Такие же хренибули, которые сломать можно. Мы еще вернемся. Это же метроидование. Мы еще вернемся сюда. Хоба! Попаду? Попало. Ой, хорош! И, кстати, такие удары, они половину стамина расходуют, не все. Вот, например, это вот место. Видишь, тут везде пометки. Мы потихонечку возвращаемся к этим местам. Да блин. Да блин. Из-за того, что курица она маленькая, я теряюсь почему-то. Ах ты писа. Ху-ху. Курица ходит на акул, да-да-да. Активно, говорится. Так, теперь сюда можно. Какой-то из этих проходов будет вести наверх. А, ясно, следующий. Хипе. Ей еще хп. Тыри-ты-тыри, ты-ты-тыри-тыри. Да, у тебя не получится. Ого, ты вышел оттуда? Многие куры уходили туда, но никто еще не возвращался. Я не раз торчал головы вроде этой в разных уголках света. Если тебе хочется странного, можешь тоже поискать их. О, это тот трек, да. Погодите. Я хочу послушать. Обходить. Да, я странная. Я по жизни странная. Нет, не тот трек. Куда теперь? А. Нужен проходец. Хуан, реликвия у тебя. Теперь ее нужно как можно скорее отнести нашему союзнику в веселом Алибрихе, что в Вильечуле. Он будет тебя ждать. Но чтобы тогда брать, тебе понадобится умение стремительный удар. А это из всех измерений подходящей статуи осталось лишь в одном. Ой, чего? Из измерений со всеми статуями. Чего? Твое измерение единственное, где осталась статуя с стремительным ударом в твоей коллекции. Тебе придется дать их Хуану ради всеобщего блага. Что? Ну, ладно.
Так и быть, поделюсь им статуей, но только одной. Она хранится в моем подвале там же, где и вся моя полная коллекция статуй. Чё бы молоть? Всех на подбор, без единой царапинки, только грязными руками их не трогай. Понятно? Открыть портал измерений со всеми статуями. Хуан, скорее, найди статую со стремительным ударом. Время уже на исходе. Чё, пошли ломать все статуи, да? Карта есть? Нет. А есть еще что-то? Свежее дыхание. Это не та. Это не та статуя. Быстро моргание. Боюсь, что мы все-таки сломаем все статуи. Правильная осанка. Не воспринимайтесь порезанным магой. О, кайф. Пятно выведение. Скорочтение. Крепость задним умом. Прочистка носа. Оживительная дремота. Дышащая маска Очадора. Любовь к растениям. Отлично памятные имена. Цепкий хвост. Прикосновение Мидаса. О, вот это было бы хорошо. Стремительный удар. А есть ошибка на то, чтобы все статуи не сломать? Сейчас, погодите. Мне стало интересно проверить. Так, давайте. Глобальная статистика. Так, у одного тренера все выучить. Машина максимум приема. Куриное блище. Вайп. 150 очков. Ясно, ясно. 1000 зов одиноких скелетов. 4 особо раскака с короны. Хуана любит в тенейшем измерении. Крин испытание получить ключ. Ястер выживший. Несколько водор на себе все спрятанные предметы в храме. Сести дюжина яиц. Раз все спрятанные предметы в храме. Это все пламелика. Есть испытание. А, нет, это просто пламеликова, ясно. Наверное, есть. Получи хорошую концовку. Приди всю область на 100%. Ударить противника 6 раз с помощью куриной дыры до того, пока он поснется с земли. 10 разных точками разве коснувшись земли. А вот, храм испытания Тьем Почтли. Там этот. Тяжелый режим. Несколько скелет играет за голову Вайпек. Извиняюсь, не получив урона. Как можно вот Гуакамастера получить раньше, чем взрывной характер и переполох в змеином храме? С учетом того, что эти ачивки получила меньше людей, чем ачивку на то, чтобы получить все ачивки. Хау! Походу нету ачивки на то, чтобы пройти, не ломая все статуи. На жаль, было бы прикольно. У меня будильник звенит. Уже 11:30. Так, сейчас мы этот... Кассон быстренько посмотрим. А, не, не посмотрим. Сейчас, погоди. За будильник. И ты такой спит на диване. Так, понравилась коллекция стат? Да. Теперь я быстро моргаю. И у меня свежее дыхание. Без сомнения, это самая большая коллекция стат.
Погоди-ка. У тебя удивительно свежее дыхание. А еще ты слишком уж быстро моргаешь. Блин, запалил. Ты что? Нет. Нет. Моя прелесть. Просидеть. И все-таки, Хуан. Отличная работа. Теперь, раз ты владел техникой стремительного удара, отнеси нефритовую реликвию нашему союзнику в веселом Алибрехе, что увидели я чули. Мы будем на связи. Тут ничего нету, да? Блин, осталось играть всего ничего. Эх! О! Ого, эта малютка есть у Чадор. Уф, могу с уверенностью сказать, что ты не поймешь, что такое четверной штопорный бросок с прогибом, даже если тебя им 100 раз повалит. Может, пока что тебе удается раздавать тамаки чахлым скелетикам. Однако без хороших приемов ты, малыш, жизни ни одной черепушки не раскроишь. Чтобы поработать над захватами, сперва нужно открыть окно умений и уши тебе схватывать на лету. Не, рано еще. Еще минут 15. Блин, а этого удара я не умею. Тры-тры-тыры. Борцовские приемы появились. Бросок на голову. Враг ударит его об землю. Высок с погибом. Враг на голову. А-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Позже. Я сначала хочу вот эту штуку взять. А потом можно будет уже суплексы всякие делать. А ты погиб, и ты погиб, да? Так, карта мира. Ой, там тюрячка какая-то еще. Карта Мирабр. Если кто-то вдруг не знал, это карта Мирабр. Ты чё? Про деда с Бановой услышала, про Reddit? Нет, слушай, я скинь, я почитаю. Вау, мои пасоны, смотри, хоба. Не попало. Ща, погоди. Что там такое? О, спасибо, я посмотрю. Ой, а я тут не могу, да, залезать? Хоба. Хоба. Вулканы скинул, хорошо. Ай-яй-яй, вот и писа, а? Смотрите-ка. Хоба! На тебе! Хоба! На тебе! Ой, не то сделала. Да ё-моё! Я. Писа. Да ё-моё! Козёрки. Чем? Ой. Тыри. Тыри, 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 тыри,
Так, а я не могу, тут надо менять измерение. Пошло сюда. А! А! Козёл. Заедрали. Черепашки такие душные, блин. Не, я пойду вправо. Не-не-не. Так, ага. Ба-ба. Изява. Тоже ссылка на что-то, мелодия, по-моему. Что, знакомый, пипец. Так. Шо сюда? Тру-тру-ту-ты. Там проход заперт. Хорош, дотянулась. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, что у нас тут? Нифига там чувак такой. О, курица. А, ничего себе. Сюда. Тоже пошел сюда. А там получается выход, да? Что, нагоняем? Хорош. А вот теперь можно приемы взять. Посмотрим, что там будет. Да.
не так. Сейчас сверху попробуем. Ой-ой. Серега, срочно бросок на голову. Так я тут не смогу. Ой-ой-ой. Чё, дурак? Дурак, что ли? Ой-ой, не туда пошла. Что я по сюжету иду? Да нет. Вроде просто открыла проход. А, понял. Понял. Так, дальше я не пойду. Сейчас я пойду вниз. Как? Ой! А не, мне сюда, влево. Нет, вниз. Сейф за кофе? Да, смотри сам. А то, скорее всего, будет. Пока ты хочешь за кофе, я уже закончу. Я пришла в другую локацию. Походу. Голубя. О, петух. Какой-то растерянный. Никогда бы не слышал. Ну, я петушок Рамирес. Представление не нуждаюсь. Не гордость Пиосети. Цыпа голубой крови. Прошу, только без автографов. А привод меня сюда пророчество золотого яйца. Тебе нужно много научиться, чтобы пророчество сбылось. А разве найдется кто-то, кто лучше меня? Петушка Рамиреза, обладатель высшего гребешка в старшей школе, и обучит тебя обучит тебя боевым приемом. Ты позвал стать моим трудолюбивым учеником, юный подаван. Открой окно умений, чтобы увидеть, какие здания я для тебя приготовил. Наверное, скоро на твоей груди будет гордо красоваться серебряная медаль в скобочках. Нет. А, ну, возможно. Так, что тут? Увеличение силы удара на силу клювом. Куриный удар. Враги взрываются при уничтожении ударом. Прикольно. Сейчас мы быстренько походим. Эта корзинка отлично справляется с ролью зонтика, удобно, потому что дождь, похоже, даже не думает заканчиваться. Сегодня в этом ресторане пройдет состязание, кто больше съест. Спорю на твою тарелку, что я выиграю. Вы видели, будет 2 недели обеда за счет заведения. Я тоже хочу. Где-то я нормально поем. Свет забежать в гостиницу, если будет возможность. Никогда не думала, что буду зарабатывать себе на хлеб музыкой. Если я мечтала управлять гигантскими роботами, сражаться с космическими монстрами. Кайф. Говорят, в гостинице остановился какой-то здоровенный человек-кот. А, вот кому надо отнести. Сегодня моя очередь готовить ужин, но мне так не хочется идти на рынок за продуктами. Может, просто заказать готовую еду с доставкой? Блин, жиза. В последнее время мне бы затянуло особенно мрачная туча. Надеюсь, это просто погода пасмурная, хотя предчувствие у меня нехорошее, а живот крутит. Может, просто не надо было столько перца за обедом есть? А мне нравится, когда идет дождь, потому что обычно тут стоит жара. А! Ну ладно, чё.
Священный гуакамоле, говоришь? Лично мой секретный ингредиент — грейпфрутовый сок. Лимон и лаймовый для слабаков. От настоящего священного гуакамоле скулу должно сводить. Мне не надо бросать. Надо было со всеми статуями поговорить, кстати говоря. Мы, жители Вильячулы, очень гордимся нашими прекрасными кактусами. Только не трогай их. Нет, не потому что они хрупкие, а потому что иголки очень острые. У пацан. Не всегда интересовали временные разломы. Как не работают, откуда они взялись? Почему одни почти сразу закрываются, а другие вечно стоят открытыми? Через них удобно сокращать путь, потому что они разбросаны по всему миру. Это гостиница, судя по всему. Из скудных земель к нам иногда захаживает загадочная незнакомка. Говорят, она то ли ведьма, то ли чародейка. А когда наш малыш появится на свет, мы, скорее всего, перейдем в городок поменьше. Нет-нет, величие прекрасное место, просто мы хотели бы жить в более тихом уголке. О, новая испыташка! Ну вот, дождь вообще собирается заканчиваться? Мне пришлось убить целое утро, чтобы сделать прическу. Она безнадежно испорчена. Сегодня буду выступать здесь вместе со своей группой. Будь здоров, если ты придешь послушать, тебе понравится, обещаю. О, бабосиков-то накатило. Так, испыташка, погоди. ГТГФС, вот на Соника, например, отсылочка. Так, это мы уже поговорили. И что? Микель, поторопись, заказ должен быть уже готов. Да, нормально, нормально. Мне же никуда не надо идти. Вот сейф. О! Пиньята. Да хуй, обожаю клет. Пиньята, дворец Педро. Меня зовут Педро, я обожаю эту вещь. Пиньята, кулачные бои. А если обвинить, то получится нечто невероятное. Ты посмотри на свои мускулы. Даже у богов таких не было. Поясни, это было создано для того, чтобы разбивать пиньяты. Рики, привет. Шо, в смысле? Я работаю же на удаленке. Учидор, сэр, прошу порадовать меня. Зальни насладиться восхитительным зрелищем. Разбейте пиньяты. Извращуга. Только не останавливайся. Да, вот так. Да, детка, сделай это еще раз. Ради этого стоит жить. Ух. Очень здорово. Мы с тобой любим что-нибудь разбивать. Спасибо, порадовал старика. Позволь прожить тебе то, что в этом сундуке, где бы ты ни оказался. Главное, не забывай, как здорово бить пиньяты. Хорошо. Костюм пиньята. Ладно. Пацан. Я тренируюсь, чтобы стать хорошим футболистом. Я позвал тебя поднять мячик вместе со мной, но ты такой сильный, чтобы изобрать его на луну. Ой, ты девчуля, что ли? Папа и мама хотят, чтобы я или моя старшая сестра продолжили семейное дело, когда мы вырастем. Я не хочу. Когда я стану взрослой, то выберу себе интересную профессию. Обрушить игрушки или тренировать борцов. Может, в космос полечу. Молодец. Этим цветочным магазином владеет уже 4-е поколение моей семьи. Лично мне не хочется продолжать семейное дело. Надеюсь, когда сестренка подрастет, она займется этим вместо меня. Что-то вы вообще не хотите этим заниматься, лучше продайте тогда. Нашайте фонтана. Привет. Здорово, когда к нам в город заглядывал. Чадора. Приятель, а не хочешь помириться силой? Слишком занят. Ну ладно, тогда в другой раз. Да давай, махач устроим. Такой тыщ, тыщ, подыщ, тыщ, подыщ. Так, маленькое испытание. Сохранимся и все. Йо. А вот 10 у файта тоже понятно. Желающих подрастать на я снимала. Заходи. Так, а я рад, что тебя трусом считала. Рад, что ты оказала обратное. Что ж, пора отрешить на стороны. Ну, или перышками. Дайте кому-нибудь бучку. Камбушки пошли, да? Блин. Блин, еще раз. Сюда иди. Таким. Не то. Блин, надо сразу бить.
Вот так. Нужно сразу бить. Теперь тебе понадобится быстрая рефлексия. Должен прорывать один спецприем, выполнив другой. Здравствуй. Больше похоже на Денти. Ой, ты в Денти не играл, значит. Это игра 19-го вроде года, да? Если правильно помню, или 20-го. Я не помню, когда Гуакамеле вышла вторая. Так. Понял. Хочу сказать, что это было куропомрачительно, но ты все равно не нравишься. Короче, я тебя еще поучу. Все. Так, надо стремительный удар отработать, да? Давай отработаем его и пойдем закругляться. Найс. Не. Я обычно в полубоя забываю их делать. Блин. Давай вместе. Так. Блин. Надо тогда издалека. Лимба играла? Да, конечно. Давай отсюда. Во. Куда-то приседаю. Теперь стремительно выпитать, когда пока не передумал. Окей. А точно? Все? Все. Больше нечего отрабатывать. Фигня какая. Довольно быстро. Так, где там? Где сейф был? Где-то был. Вот он. Я его не увидел. Так, хорошо. Можешь поиграть в Лимбо, я посмотрела. Нет, к сожалению, не буду играть в Лимбо. Потому что игра уже пройдена, я прохожу те игры, которые я не проходила ни на стриме, ни в целом. Да, чем будем закругляться, потому что мне уже на работу буквально через 7 минут. Поэтому всем большое спасибо. Рада, что заглянули сегодня ко мне на стримчанский. Буду рада видеть вас на следующих стримах. Обязательно заглядывайте, вступайте в игру ВКонтакте. Уведомляшки, да, я заметила, что все-таки выбрали сделать телеграм-канал, поэтому настрой на этой недельке. Обязательно ссылочку тоже скину для удобства. Все, всем спасибо. Пока-пока, хорошего дня. Увидимся на следующих стримах. Приятного аппетита, да, шкодник, приятного.